Фасад здания облицован светлой плиткой, цоколь готовят под керамогранит. Все окна в здании заменили. Новый пандус выполнен по нормам и требованиям строительных правил. Рабочая бригада компании «Идеал Трейд» 14 человек трудится без выходных. Кроме работ, указанных в смете, в ходе ремонта оказалось, надо выполнять дополнительные. На данный момент выполнено бетонных работ в два раза. Навесов у нас по смете было 40 квадратных метров, выполнили 300 квадратов. Сделаны откосы внутри здания, хотя в смете этих работ тоже не было указано. Сверх нормы работы по монтажу кондиционеров, установка сливных труб, замена оконных блоков в подвале. Если делать, то по совести и качественно. Это главный принцип работы прораба Александра Гудько. Поэтому берутся за дополнительный объем. Ремонт выполняют по возможности быстро. На следующей неделе запланировано асфальтирование площадки у роддома. Объект, действующий в роддоме, в плановом режиме проходят операции, выписка новорожденных и каждое такое событие – время простой рабочей группы. Но, несмотря на вынужденные перерывы, ремонтные работы ведутся активно, и уже здание роддома выглядит по-другому.